Экскурсии будут проходить ежедневно, кроме воскресенья. Тропа «Наш дом. Брянский лес» расположена у центральной усадьбы заповедника. Посетители узнают основные факты о нем, о том, зачем создаются заповедные территории. Акция у нас замечательная. Это уже традиционная акция она стала. И даже, можно сказать, доброй традицией. Вот эти бесплатные весенние экскурсии. Вторая экскурсия по тропе «Партизанские истории» проходит в 10 километрах от центральной усадьбы на окраине деревни Смелиш. Ее тема – история партизанского движения. Мы в этом году решили сделать эти экскурсии в апреле. Надеемся, что снег все-таки сойдет, будет его меньше. Вот, и люди к нам приедут. Уже, кстати, есть заявки на эти экскурсии. Записаться на экскурсию можно по телефону или оставить заявку со своими контактами на почту заповедника, указав в теме письма «Экскурсия в апреле».